У разбившегося на Ямале вертолета Ми-8, на борту которого находились и вахтовики из Омска, не хватило топлива, чтобы долететь до пункта назначения. К таким выводам пришли специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Эксперты сообщают, что последние 14 минут перед крушением вертолет несколько раз менял высоту, курс и скорость. Ми-8 должен был дозаправиться после вылета с площадки Сузун, но из-за плохой погоды сесть он не смог. А через 1 час и 21 минуту после взлета датчики показали минимальный остаток топлива. Еще спустя 4 минуты машина рухнула. По факту крушения возбуждено уголовное дело.